Космический корабль SpaceX Crew-7 с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался в воскресенье к Международной космической станции. Стыковка стала завершением 30-часового путешествия, стартовавшего в субботу утром с площадки 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде. В рамках миссии, осуществляемой компанией SpaceX по заказу НАСА, на орбиту отправился экипаж четырех стран и трех континентов. Командир Ясмин Макбелли, американский летчик-испытатель и астронавт, пилот Андреас Могенсен из Европейского космического агентства, российский специалист Константин Борисов и Сатоси Фурукава из Японского агентства аэрокосмических исследований. Сотрудничество со SpaceX позволяет НАСА максимально эффективно использовать космическую станцию, на которой астронавты тестируют технологии, занимаются наукой и развивают навыки, необходимые в будущем для управления орбитальными станциями.